ранки, девчонки и хлопчики. Наша дружная компания у сборы. Я Вара. Это Кася. А это Лесик. Эй, дружная компания, метаться будем? Ой, похоже, похоже. Ну где ж я на? Чому я не могу ее отшукать? О, а может глобус с помылкой? Чекава. Лесик, ты меня чуешь? А, что? Что ты так старанно на глобусе шукаешь? Ты самую маленькую краину у свете. А ты ведаешь, как она называется? Ведаю. Але... Что? Забылся. Лесик, и как же ты собираешься отшукать ее на глобусе, коли забылся назву? Я думал, вот убачу на глобусе и вспомню. О, а может, Кася тебе подкажет? Кася! Кася занятая, вельми-вельми занятая. Да ничем ты не занятая! Что? Ты что, не бачишь? Я вельми-вельми занятая. Я до свята рыхтуюся. Так, до якого еще свята? Сегодня, как вы ведали, Международный день пригажливости. Правда? Самое, что ни на есть. У мое свято я повинна выглядать на усе сто. Ой, Кася, ну ты завсюду так выглядаешь. Давай лепей самую маленькую краину у свете на нашем глобусе отшукай. Ну давай, только хутка. Как она называется? У ты мы справа, что я забылся. А может, ты подкажешь? Я? Ну, мне треба подумать. Так. Самая маленькая на свете краина называется... Ой, Лесик, выбачай. У меня совсем нема часу зараз этим займаться, вось. Ну, Лесик, не засмучайся. Самая маленькая краина у свете называется... Ну, как я мог забыться? Зараз я ее хутенько отшукаю на глобусе. Лесик, после отшукаешь. Мне треба зараз твоя допомога. Якая? Принести скрыни с упрыгаженными. Кася, я не хочу. У меня зараз іншая справа. Лесик, ты про свято чул? Ну, чул. Але мне треба... У меня великие, тяжкие, короткие. Ну, Касишка, у меня нема часу. Ничего не хочу. Кася, Лесик, не спрачайтесь. Касечка, Международный день прихожости святковался ровно месяц тому, 9 вересня. Ты нечто переплытала. Что? Ой, ну ничего, Касечка, ничего. Ты маешь право зачать это свято хоть что дня. Так, як так? Як я могла переплытать? Я ж у календар глядела. Ну, ты, напевно, убачила лишь бы 9. И вырашила, что это сегодняшний день. А на сам речь там была сторонка вересневая. А як же свято? Як же упрыгаженне? А свято мы сами можем организовать и повеселиться як след. Якое? Ну, давайте поглядим мультфильм, а потом вырашим, як веселиться будем. Згодная! Выбачай, але тут написано некое глупство. Ага, это немагчыма прочитать. Шатпу. Забылися, як вы з набору літер слова складали? Зараз будзе зроблена. Ну, з чаго пачнём? Давай з літары П. Давай. Пачу. Не, не тое. Па-аш. Хвилиночку. Хвилиночку. Пошта! Молодцы! Тут зашифровано слово «пошта». А ці ви ведаете, чому менавіта гэта слово я зашифровала? Чому?
тому что сегодня означается Всесветный день почты. А, все ж таки есть сегодня свято, есть! Кася, ты задоволенная? Ну, это не международный день прихожости, конечно. Але и супрыть сусветного дня почты я ничего не маю. А вот скажите, что повинно быть на конверте, как письмо обовязково трапило до адресата? А, я ведаю. Я ведаю, повинен быть разборливо написанный адрес. Ну, так, а я ще. Поштовая марка есть на конверте обовязково. Молодчина, Кася. Поштовая марка. Их існує великая разностайность. А люди, якія марки збирают, называются філателістами. О, пригоже гучить. О, у мене есть пропанова. Якая? Я пропоную нашим глядачам, каб яны намалявали марку, якая, на их думку, самая пригожая. Здорово! А можно и я намалюю? Я? Вядома ж можно. Малюйте. И будет от нас вот такий подарунок усім, хто працює на пошті. Сябры, свои малюнки марки досылайте на адресы. Поштовы 220-807, город Минск, улица Макаёнка, 9. Те электронны. Добраранок ТВ, slimak@gmail.com. Программа «Добраранок». А зараз мультфильм. Ура! Так, марки. Цікаво. Але навряд ли у меня не отрывается. Так, далее. А, поштовки. Нет, это для девчонок. Так, мне это не подходит. Так, настольные гульни. А вот это уже цікаво. Лесик, что ты там читаешь? Раби это гучней. Мы ничего не чуем и не разумеем. Так, настольные гульни. Нет. У них гулять треба, а не збирать. О, Кася, я здогадалася. Наш Лесик вырашил отшукать себе хобби. Так, Лесик? А, что? Ты хобби себе выбираешь? А, да, я такое хочу хобби, такое! Ну, самое интересное и самое незвычайное. Сбирай, лялек. Кася, мне не треба дявочее хобби. Я хочу что-нибудь такое. Ну, сбирай автограф и 40. О, ах, это мне сдается цікавым. Еленочку. И куда побег? Нечто задумал. На. О, Лесик, ты хочешь подарить мне блокнотик? Не, покинь мне свой автограф на сторонце. Я? Ну так, я вырашил собирать автограф из 40. Лесик, ну какая я зорка? Самая соправдная, добраранковская зорка! Дякую, Лесик. А давай я распишусь. Расписывайся. И ты, Вара, так сама. У меня будет одразу 2 автографа из 40. Ну, вось, готово. Дякую. Девчонки и хлопчики, а какое у вас хобби? Ну, чем вы любите займаться в вольный час? О, выдатное питание. Сгодное. Вельми хотелось бы доведаться. Будет час, напишите нам. Расскажите про свой любимый заняток. Обдумывайте, про что напишете. Едите раз с нами. Мультфильм. Ну, вось. Незауважно пролетел час. И нам треба развитываться. Жадаем усім выдатного, теплого, сонечного дня. А мы с вами хутко сустренемся зранку у нашим добраранку. Сустренемся.